Памятник Георгию Константиновичу Жукову в деревне Раскуиха был установлен в 2013 году, и это для небольшой деревни имеет большое значение. В истории России это второй памятник великому полководцу, который установлен в деревне. Еще один мемориал есть в деревне Стрелковка Калужской области, где и родился маршал Победы. В Раскуихе этот памятник установлен потому, что Георгий Жуков был в этой деревне, часто приезжал сюда охотиться в те годы, когда был командующим войсками Уральского военного округа. Во-первых, то, что уникальный человек, и здесь, получается, нам, городу Полесскому, земле Раскуихи, немного повезло, что здесь маршал Жуков действительно был. Вот. И я хочу, конечно, в первую очередь огромную благодарность и спасибо сказать тем жителям села, деревни Раскуиха, нашего города, которая сохраняет историческую память пребывания. И, конечно, жители не только Раскуихи, но и всего Полевского городского округа пришли почтить память военноначальника и возложить цветы к мемориалу. Территориальное управление село Курганово, оно объединяет в себе село Курганово, деревня Раскуиха и поселок Зеленый Лог. Вот такой, так сказать, триада объединения. Да, сегодня мы приехали на такое великое событие, 120 лет со дня рождения великого полководца маршала Победы Георгия Константиновича Жукова. Возложить цветы приехали и ветераны Северского трубного завода, которые принимают участие во всех значимых мероприятиях нашего округа. Несмотря на прохладную погоду, они пришли почтить память великого маршала. Уже не первый год они бывают здесь в этот день. Нам приятно, что вот в нас, ну, в нашем уральском местечке, в глубинке, так скажем, что был такой легендарный человек. И нам это дорого, и мы помним об этом и преклоняемся. Поздравить участников митинга приехал глава Полевского городского округа Александр Ковалев. Он также отметил, что это великая дата и значимое событие в истории. Присутствуем на мероприятии, которое задевает нашу и национальную гордость, и наши души, поскольку это связано с самым великим праздником в истории России, с праздником Победы и самой большой скорбью, с потерей многих граждан Советского Союза, Российской Федерации в самой кровопролитной войне. На мероприятии также присутствуют кадеты, и это важный момент патриотического воспитания подрастающего поколения. Такие даты они просто обязаны знать. Игорь Соколов, Алексей Корепанов, новости «Твой день».